26-летняя Саша Чёрна ждет ребенка от 28-летнего Иосифа Оганесяна. Звезда «Дома-2» пожаловалась, что муж испортил ей новогодний праздник. Долгожданная беременность не принесла паре перемирия в отношениях. Они по-прежнему продолжают ссориться, 31 декабря не стало исключением. Фигня полная, а не Новый год. Атмосфера праздника никакой, муж доводит и сходит с ума. Отмечаем в каком-то ресторане, душевности нет, ощущение, что просто тупо одна, хотя вроде как в браке. Настроение поднялось, и я почувствовала, тепло и слезы полились рекой, когда мне позвонил брат. А они там все вместе отмечают Новый год, сообщила поклонникам Саша в Инстаграм. Она заявила, что устала от выяснения отношений и хочет просто спокойствия, в то время как муж предпочитает шумное веселье в компании друзей. Я честно устала от этого. Любить надо себя. Я хочу взрослого мужчину рядом с собой, спокойного, без пули в голове. Я хочу спокойствия, не хочу, чтобы мой же муж меня доводил до того, чтобы я задыхалась. Мне не нужен не нагулявшийся, резюмировала свои мысли будущая мама. Иосиф тоже высказал свою позицию. Как всегда, я виноват, удобно, лаконично написал он в комментариях. Муж Чёрна поделился снимком из ресторана, на котором видно, что пара отмечала праздник в компании друзей из «Дома-2» Данила Сахнова и Татьяны Строковой. Саше Чёрна удалось заметно похудеть. После этого она объявила, что готовится к разводу. Но супругам удалось сохранить семью, а вскоре девушка забеременела.